Выполняя точную работу дома, многие пользуются очками. Но на производстве необходимы защитные очки. Согласитесь, это неудобно, поэтому необходимо иметь защитные очки с корректирующим эффектом, а их надо подбирать персонально. Н, Ш, И, И, К, Б. Корректирующие очки совмещают в себе сразу две опции, позволяют полноценно видеть и защищают глаза от воздействия внешних факторов. Такой продукт вскоре может стать доступным работникам Оскольского электрометаллургического комбината с ослабленным зрением. Пилотной площадкой для испытания специальных очков стал сортопрокатный цех номер 2. Разработку средств защиты доверили Суксунскому оптико-механическому заводу. Он известен в России своими передовыми технологиями. Подбирать очки для работы на производстве следует особенно тщательно. От четкости зрения зависит уровень утомляемости, а это влияет на безопасность труда. Поэтому это не просто медицинский осмотр. Отличие этой проверки от проверки в поликлинике в том, что врачи подбирают очки непосредственно для чтения, а здесь мы подбираем для сотрудников непосредственно под рабочее место. То есть я спрашиваю у людей, для чего им нужны очки, на какую дистанцию им нужно смотреть, какую работу они выполняют. Впервые специалисты оптико-механического завода разработали очки для оскольских металлургов 2 года назад. Опыт оказался удачным. Станочник Виталий Митюк пришел на проверку зрения в тех очках, которые ему сделали на заказ в 2019 году, чтобы подобрать обнову. Говорит, что бережет их пуще глаза. На данный момент я режу калибры и изготавливаю валы для проката. И очень важно, чтобы было точно. И одни очки, не двое, а одни. Точность точностью, но неправильно подобранные очки или выполненные из некачественных материалов могут быть причиной потери зрения, особенно при длительном ношении. Наши очки используют линзы первого оптического класса. Они не искажают зрение, улучшают цветопередачу, контрастность. То есть зрение в этих очках не портится. Для компании «Metal Invest» важно обеспечить работников удобными и надежными средствами защиты. Именно поэтому постоянно проводятся мониторинги СИС, опрос персонала, организовываются встречи с производителями. Компания «Metal Invest» огромное внимание уделяет жизни и здоровью работников. Вот. Одним из направлений как раз и стало вот это выделение средств на то, чтобы работники, у которых плохое зрение, смогли использовать не просто защитные очки, а именно очки с корректирующим эффектом. Это продолжение, так скажем, пилотного проекта. На данный момент в СПЦ-2, в сортопрокатном цехе номер 2, у нас проводятся замеры. И я скажу так, что в дальнейшем мы, конечно, будем уже распространяться на другие подразделения. В ближайшее время очки по индивидуальному заказу получат 200 прокатчиков. Работникам ОМК предоставили возможность выбрать не только линзы с различными вариантами защиты, но удобную оправу. Ведь важна и точность, и удобство ношения, и эстетический вид в целом, особенно для женщин.